Привет, ребята, это уже 1 мая 1938 года. Да чё ж я прыг-прыг. Жрём. Так, сейчас пойдём к Винченцу. Для тебя лучше. Военные стараются устанавливать на обычных винтовках такой же прицел, как и на охотничьих. У меня есть винтовка Мосин. Придумана здесь, но русские усовершенствовали ее до уровня знаний. Это хорошая, точная. Вы видите плохо. Надеюсь, работает так же. Если хочешь, то возьми еще что-нибудь. Что так? Никогда не знаешь, на что надо. Чистая правда. Спасибо. Так сейчас пойду к Рульфичу. Рульфич! Дашь мне точичку? Ну, красивенько. Привет, пацан! Я берег ее для тебя. Это удобная, вместительная, надежная машина. Думаю, она тебе понравится. Да, еще ее очень легко жить. Спасибо, Рай. Опять танцуем. Не успел. Жаль. Ну ладно. Сейчас возьмем в райд зелененький. Где ты? Я хочу тебя поймать. Где ты? Где ты? Ты? Где ты? Где ты? Так это не те, кто мне нужны. А где? Так это не ты. О-о-о-о-о-о-о! Стоямба, 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 маямба. Что вы делаете? Прикройте, я жена и дети, не убивайте меня! Всё. Ну, извините, товарищ полицейский. Я не хотел этого делать. Сейчас я прибегу. Блин. Теперь я в розыске. Что мне делать? О, бонус пицца 851. Что мне делать? Черт. Да. Ну ща я. Так вот, я уже перезагрузился и нашел этот зелененький врайт. И так вот, сейчас я приеду до бара Салыгери. Осторожно,
Такс. Ну так что всем пока.